Так, так, дальше. Да ну нафиг. Да нет. Кто это был? Роналдо какой-то. Кто это был, брат? Это какой-то, я не знаю, хороший монстр. А как назад бежать? Подстраховывать тебя, так это. Ничего, да? Что за вообще неуважение, брат? Я нахожусь здесь 5 минут, что учили. Потяни сколько? Чемпион или это? Любитель? Я чемпион России или любитель? Я не понял. Задавят еще? Ого. Ну это можешь не снимать, он эфиоп вообще. Помнишь вот это? Жмурки. Да? Я русский, он я так. Русский. Че ты напариваешь? Людоедом по-любому был. Человек приехал год назад из Черни. Два золота взял. Лучезащитник стал. Со мной прибавил. И сейчас массаж не дают делать. Хорошо. Хорошо, я отправлю тебя нефтехимик. Ага. Укусит? Нет. Ух ты! Какой мощный! А шапку не будем надевать? Шапку надеваем. Нормально, Дэвид? 1100. Все, вот так просто назад? Да. Лыжи стоят 1100. Не бей меня. Мы не только футболисты, мы еще и каратисты, походу. Это видео. До завтра.